Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, приглашаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по букве АДС по ЕЮ. У меня не очень хорошие новости, конечно же. Букс перестал платить. Во всяком разе мне. У меня куплено членство. У меня завтра оно заканчивается 19.02. Сегодня у нас 18 января. Я вчера поставила денежку на вывод $3. И вывод у меня был в обработке. Ну, думаю, вот, как бы, большая сумма для букса $3. Вот. Хотя должен платить инстантом, у кого куплено членство. Вот. И у меня такое было, через несколько там часов денежка приходила. Я захожу вечером, у меня вообще исчез мой вывод. Был в обработке. Вчера у нас было 17 февраля. Вот, и он исчез. У меня тут последний вывод только за 27 января. Я удаляю этот букс. Хотите работать, хотите нет. Это уже ваше право. Но мне не заплатили. Зачем я буду работать, когда мне ничего не платят? Я ежедневно просматриваю рекламку. У меня купленные... Ну, я здесь ничего, друзья, не потеряла во всяком разе. Пакеты у меня тут куплены. Вот. Тоже как бы капает копеечка. Ну, факт в том, что перестал платить. Заработала я здесь, конечно же, $11 в этом буксе. Вот. Я, во всяком разе, я здесь ничего не потеряла. Просто я все, завершаю здесь работу. Ну, вот такие вот у меня новости. Хотите работать, хотите нет, возможно, вам и заплатят. Но мне, во всяком разе, ничего не заплатил. Вот. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.